дедушка и бабушка, была у них внучка Машенька. Позвали как-то подружки Машеньку в лес по грибы да ягоды. Идет Машенька по лесу, песенку поет, с подружками перекликается, грибы, ягоды собирает, хороводы водит. От кустика к кустику, от елочки к елочке. Да и заблудилась Машенька в лесу. Хотела дальше идти, да только смотрит, перед ней избушка. Кто же здесь живет? Почему никого не видно? А в той избушке жил большой медведь. Только его тогда дома не было. Вернулся медведь вечером и говорит: теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня, Михаила Потапыча, кашей кормить. Медведь на целый день уйдет в лес, а Маша наказывает никуда не отлучаться. Стала Маша думать, как ей от медведя убежать. Приходит раз медведь из лесу, а Маша ему и говорит: Мишка, отпусти меня на денек в деревню. Я бабушке и дедушке пирожки снесу. Нет, ты в лесу заблудишься. Давай-ка гостинцы, я их сам отнесу. А Машеньке того и надо. Приготовила она большой короб и говорит медведю: Мишка, зайди на звук. Увидишь большой короб, в нем пирожки. Ты их отнеси к дедушке и бабушке, только смотри корзину по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, с тобой следить буду. Заходят они в домик. Ладно, давай короб. Выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик. Только медведь вышел на крылечко, Маша сейчас же залезла в корзину, а сверху положила пирожки. Вернулся медведь, взвалил на спину и пошел в деревню. Шел-шел медведь, устал и говорит: сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба говорит: вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Вишь, какая глазастая, все видит. Пошел медведь дальше, шел-шел, остановился и говорит: сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба кричит: вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит. Пришел медведь в деревню, нашел дом, где жили дедушка с бабушкой, и давать стучать изо всех сил. Тук-тук-тук, отпирайте, открывайте. Я вам от Машеньки гостинц принес. Собаки почуяли медведя, бросились у него. Медведь испугался, бежал в дом, поставил короб и побежал в лес. Тут Машенька и выбралась из короба. Обрадовались дед и баба, стали внучку обнимать, целовать, умницей называть. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец. Антракт.